Вы когда-нибудь задумывались, какие фразы мы говорим своим детям? Даже не пытайся, у тебя все равно ничего не получится. Зря стараешься, все равно никому ничего не докажешь. Высоко взлетишь, больно будет падать. Не умничай. Тебе что, больше всех надо? Закатай губу. Почему ты не такой, как твой брат? Ничего не умеешь. Пока не сделаешь то, не получишь вот это. Раз не можешь, не лезь. Сделаю сама. Фразы – крючки. Я перечислила вам 9 фраз, которые вы употребляете ежедневно, сами того не замечая. Последствия. Страх достигать успеха. Попытки доказать что-то родителям. Протест через алкоголизм и наркоманию. Запрет на самореализацию. Страх делать и рисковать. Полное отсутствие мотивации. Безответственность. Повышенная самокритичность. Комплекс неполноценности. Неудовлетворенность жизнью. Я перечислила вам всего 10 последствий из 1000 возможных. Поэтому сегодня самое время разделить ваши отношения с детьми на до и после. Я хочу, чтобы каждый из вас обладал знаниями, чтобы вы могли дать своим детям светлое будущее, чтобы вы могли работать с детьми и со своим внутренним ребенком. Все абсолютно легко и просто. О чем данный курс? В данном курсе описывается 12 запретов, которые родители могли транслировать вам в детстве. Благодаря осознанию того, что транслировали вам родители, вы поймете, откуда у вас в данный момент есть те или иные блоки. На курсе вы будете работать с собой, чтобы не навредить своему ребенку впоследствии. Поймете свои убеждения, ограничения и сможете их проработать. Осознав и услышав уроки, вы найдете ответы на те вопросы, которые для вас были непонятны. Почему этот курс самый доступный? На сегодняшний день это самая актуальная тема. Мы знаем, что Tandy Kids именно тот курс, который решит не только вашу личную проблему, но и проблему вашего ребенка в будущем. Этот курс поможет всем, кто работает с людьми, психологи или не психологи, абсолютно всем, для осознания своих действий с детьми и как это влияет на жизнь ваших детей. А также часто в проработках вам не хватает знаний. Вот именно здесь вы получаете фразы от клиента, где вы поймете, что говорили человеку его родители и почему у него сейчас такое состояние. От каких фраз у него запускается триггер? Например, клиент ощущает апатию в жизни. Это для вас будет уже крючком понимания, какие запреты родители закладывали ему в детстве. Благодаря техникам вы сможете прожить ситуацию и трансформировать ее, что в дальнейшем не будет вами управлять, так как в подсознании не будет убеждения, которое мешало вам на бессознательном уровне, то есть то, что вы не осознавали. Это неосознаваемый процесс сейчас, а после знания, которые вы получите, вы поймете, что мешало вам реализовываться по жизни.